немножечко скрипит нога. И с аритмией сладить не могу я, и изредка одна мозга стремительно заходит за другую. Не то чтобы я был старый и больной, но жизнь... Маттерхорн. Вот такой пейзаж невообразимый. И пусть я не летаю, словно птица, но поднимаюсь выше облаков. Ну, мою физиономию можешь снять? Или я испорчу? Обязательно сниму. Уп. Вот его физиономия. Он так этого хотел. Окей. Вперед свое, и вам прочту я инструкцию простую по пользованию мной. Я в сущности простой прибор, внутри я удивительно несложен, и пламенный в груди мотор пока еще достаточно надежен. Не нужно только лом в него сувать, когда подобно трактору пашу я и в бензобак прошу я дерьма не наливать. Не пробуйте меня пилить, мой корпус прочен, он ручной работы. А чтобы срок его продлить, используется ласка и забота. Без них я быстро зарастаю мхом. А чтобы обошлось без неполадок, пожалуйста, не надо сидеть на мне верхом. Используйте меня смелей, а чтобы я работал веселее, вы лейте на меня елей. Я примитив, я млею от елея. Он очень укрепляет мне каркас. Он и внутри полезен, и снаружи. Не смазан. Мы забрались на Брайтхорн Вест. Вот. Сделаю панораму. Это Витя в профиль. Нет. Ждать не могу. Пальцы задубели. Вершина. Здесь много народу собралось. Вот такой вот вид отсюда, оттуда, откуда-то мы пришли. Ну все, пока. Я хуже в 16-й раз. А если я начну снижать свои стандарты качества работы, не пробуйте меня держать подолгу на предельных оборотах. От этого взорваться я могу, а лицезреть подобную беду я не порекомендую и злейшему врагу. А в целом я готов к труду, я свеж, я знаком качества отмечен. Лишь следует иметь в виду, что мой ресурс, увы, не бесконечен. Когда-нибудь я сдохну, а пока используйте меня и не тужите, но только не держите меня за дурака. Но только не держите меня за дурака.
просыпайся, душа, поднимайся. Хватит спать, словно сыч на столбе. Поднимайся, душа, принимайся. На кларнете играть и трубе, и в пучины бесстрашно кидаться, и ляфам, как и прежде, шерше. Ведь приходит пора пробуждаться даже очень уснувшей душе. Потому что она обормоту тебе не случайно дана. Ведь когда в небесах делать начали нас, для тебя кто-то именно эту припас, и назад ее примут едва ли до того, как наступит пора. А попытки ее потихоньку продать не доводят, увы, до добра. Нас порою волною смывает и швыряет туда и сюда. И она не на месте бывает, даже в пятках дрожа иногда. Но потом прибегает обратно, не давая тебе отступать. Ты лишь вовремя и аккуратно подавай ей команду не спать. Потому что она у тебя обормота всего лишь одна. Это орган непарный, и как ни крути, адекватной замены ему не найти. То не ветер бушует над бором, то не с гор побежали ручьи. Это снова и снова кларнет и труба подают позывные свои, подают позывные свои. Потому что она у тебя бормота всего лишь одна. Это орган непарный, и как ни крути, адекватной замены ему не найти. То не ветер бушует над бором, то не с гор побежали ручьи. Это снова и снова кларнет и труба подают позывные свои, подают позывные свои.